Обожаю смену времен года, но только не... ребята, блядь, я здесь просмотрел дофига, и вот оно, где я пропустил, вот они сидели, эти пидорасы, блядь. Ну, берем последний этот и собираем. Так, выполнено. Так, история. Обрывки призрачного прошлого. Давайте вызов видения, посмотрим, что это вообще такое. Я, честно говоря, уже сам не помню, поэтому сейчас будет очень интересно, я надеюсь. И вам в том числе. Я помню, как увидел в газете объявление об аренде квартир в Ригал. Многие подумают, что это грязная запущенная дыра. Но для меня это было место с богатой историей и своей аурой. Для меня это был настоящий источник вдохновения. Не успел я опомниться, как уже стал жильцом квартиры 3А. Оглядываясь назад, я жалею, что сразу не сбежал оттуда, даже не распаковывая чемоданы. Оказалось, что у моей новой квартиры аура сильнее, чем я предполагал. Ковры почему-то были сырыми, трубы ржавыми. А иногда было слышно, как сосед снизу колотит по стенам и орет что-то во все горло. Конечно, там были и другие незначительные неудобства, но с ними вполне можно было примириться. А вот с душем, из которого течет ржавая вода, с загадочными пятнами на ковре и несносным соседом, жить было невыносимо. Я вызвал водопроводчика. Он прибыл именно тогда, когда я уже собирался познакомиться с соседями снизу. Когда я показал мокрые пятна на ковре, водопроводчик почесал в затылке и сказал, что никаких утечек нет, видимо, я что-то пролил и не заметил. Он что думал, что я идиот? Я ничего не проливал. Водопроводчик извинился и сказал, что если протечек нет, он ничего не может сделать. Потом он занялся душем. Оттуда утекла ржавая. Он предположил, что проблема в бойлере, и пошел его проверить. Я в это время решил разобраться с соседом снизу. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Там стояла полная тишина. Я попробовал открыть дверь в уверенности, что там заперто. И вдруг дверь распахнулась. Квартира была абсолютно пуста. И тут я заметил, что на полу появляются влажные следы и идут прямо на меня. И тут раздался пронзительный крик водопроводчика из бойлерной. Когда я спустился... того уже и след простыл. Но он обнаружил, почему вода такого странного цвета. В старый бойлер кто-то затолкал раздутый разлагающийся труп. Полиция все еще расследует это убийство. А домовладелец обещал отремонтировать бойлерную. Квартира 3А снова сдается. А я навряд ли уже когда-нибудь безбоязненно открою кран в ванной. Фу, вот такая вот у нас интересная история, по сути. Сарказм, все как полагается. Так. Ну хорошо, будем с вами тогда собираться по большей части. Вот это вот все собирать. Так. Тут. Я вспомнил, что еще здесь у нас есть призрачные рисунки. И вот как раз таки второй рисунок. Так, это у нас какой этаж? Второй? Второй, видимо. Так. Или какой? Так, это у нас все-таки был. Так, это у нас первый этаж, да. А нам, значит, надо на второй. Второй этаж. Так, хорошо. Могилу утопленника, послание призрака, только гробы, смерть никогда не приходит одна. Ну просто замечательно. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. А в принципе у нас ничего здесь и нет, да? Так, место последнего покаяния.
Так. Вот она черт, вот она что. Фу, я же помню, что было здесь. Судьба настигает и правых, и виноватых. В принципе, да. Так, ну теперь, в принципе, мы приступим к тому, чему мы вообще сюда пришли. Правда, действительно, очень много собираловок здесь. Вот, и все они по-своему интересны, интригующие. И я постараюсь вот как-то так собирать, чтобы мы узнали полностью все возможные истории данной игры. Так, хорошо, мы пришли уже на наше место. Так, осмотреть детально. Так, запрос данных на пропавшего. Ага, 3.14 улик, хорошо. Так, теперь. Ага. Моя последняя драка. Хорошо. Вещи валяются. Зачем сюда приходил убийца? Ну так. Девка какая-то. Какая-то девка. Так, выйти. Нет, выйти мы отсюда пока не хотим. 4 из 14. Блин, сложно. Ну, интересно в тот же момент. Так. Немножечко затянулся у нас поиском предмета в прошлый раз. Блин, ну упускать-то тоже не хочется. Так, а что я пропустил здесь? Анализировать нет, пока анализировать, наверное, рано. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Просто кошерно, ладно. Так. Целеустремлен. Ищет. Ну да, он же, наверное, пришел зачем-то. Убийца в поисках. Ну да, в шкафу. В поисках он, блядь. Так, конечно же, следы борьбы. Так, видите, уже... Так, 7 из 14. Подарок мамы. Так, ну что еще здесь может быть? Здесь пусто. По стене тоже пусто. Здесь мы осматривали. С вами мы тут уже осмотрели сумочку. Еще в прошлой серии. Так, ну здесь можно повселяться, конечно, в принципе. Давайте послушаем, что вообще думают люди. Просто расскажи им, что произошло. Скоро и так все будет известно. Скотт хоть немного расслабится. А чего он расслабится, боюсь спросить? Это не вечеринка. Это расследование убийства. Ах.
Чего всех интересуют жуткие подробности? Чего не бояться? Что мы испугаемся убийцы? Но я и так уже боюсь. Боже, почему они все скрывают? Не хочу сейчас одна выходить на улицу. Обязательно нужно будет уходить вместе с ними. Но почему я не могу придумать интересный вопрос? Почему парень не отвечает Джилл? Она хорошие вопросы задает. Ну да, конечно. Так, ладно, вернемся к нашему расследованию. Все-таки мы здесь не просто так. Вот она. Разбита. Так, окно. Так, 8 из 14. Так, и все-таки я что-то пропустил. Ваня, я не знаю. Ваня. Вот оно чё. Так. Я же говорю, что-то я не вспомнил, а что уже не помню. Так. Напугана. Наблюдает. Прячется, естественно. Так. Печально все это так. Зачем сюда приходил убийца? Что у нас здесь есть? Подарок мамы? Нет, следы борьбы, упакованный багаж. Убийца в поисках. Т
Так, и зачем сюда приходил убийца? Подарок мамы нет, это упакованный багаж нет. Свидетель в бегах, скорее всего. Да. О, правильно? И убийца в поиске, что ли? Ну да, здесь есть, видимо, маленькая подсказочка. Повернулся. Ты арестован. Хрен на стену отбросил. То есть мы еще спасли эту бабу. Дыры съебал. И не шел к моему трупу, да, подойти, помочь, там вызвать полицию. Мразь. Так вот, чему я помешал. Ему нужна была девочка. Куда она делась? Угу. Ну, здесь уже чуть-чуть полегче. Как же так? Давайте почитаем мысли. Нужно обязательно найти этих жильцов, если они еще живы. Ага, сейчас все-таки заинтересован. Пропавшая. Тоже нет! Кажется, мы с вами хуёвые детективы. А что ж тогда? Прос! Ну, конечно! Тоже нет! О, господи! Так. Следы борьбы, упакованный багаж нет. Странные наброски, книга о призраках навряд ли, повреждения. Разбитое окно. Тоже нет. Что тогда тебя заставит? Следы борьбы? Тоже нет. Я сейчас все попробую. Да нет, вот это точно не может быть. Упакованный багаж. Чайника. Разбитое стекло тоже нет. А нет, мой застоя. Господи. Так, ну у меня стали странные наброски. Тоже нет. Удивлен. Да, здесь нету правильного ответа. Тогда что же нам делать-то?
Блин, мы же не прочитали ничего. О, господи. Так, улики. Девушка убил. Нет. Вот она, вероятно, цель. Возможно, убийца искал эту девочку. Свидетель в бегах. Свидетель видел, как я дрался с убийцей. Что она заметила? Странные наброски. Жилец работает детьми, похожий на психологические портреты. Окно, из которого меня выкинули. Подарок мамы. У меня было две пушки, а я не справился с одним убийцей. Вот черт. Среди борьбы моя встреча с убийцей обернулась фатальной схваткой. Звонарь что-то искал или кого-то, что же он хотел найти? Повреждение, дрон у меня швырнул, силы ему не занимать. Вопрос данных на этом. На пропавшего. Одна из пропавших Кассандра Фостер, медиум, консультировал сотрудников полиции. Книга о призраках. Книга о призраках и других мирах. Упакованный багаж. Они собирались уехать. Почему же все это бросили? И пропавшего девочка. Макс спрашивал про одного из пропавших жильцов. Ребятушки, я просто косяк на косяке, вот она что. Надо было просто посмотреть, я сразу вселился. А здесь без вариантов. Фото потребуется Рексу для розыска. Фото девочки, та же еще одно фото, свидетельность, интересно, где она сделана. Ага, в квартире. Фотография девочки, женщины, родственницы. Фотография девочки, священник на фоне местной церкви. Давайте выберем церковь. Отец, вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь должна помогать. Хорошая шуточка. Так. 15 из 16. Ага. Вывод. Вот что нам надо делать. Пострелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Ну. Да, 16-16. Замечательно. О, правда, сегодня мы наужали с вами, ребятушки. Совсем беда. Да. Теперь падение фигни. Но высоты все равно боюсь. Оцените свою единственную зацепку, которую все найти. Думаю, она в той церкви. Ну вот, ребятушки, на этом мы с вами закончим сегодня. Я думаю, 3 видео за день. Ой, записывать, конечно, было бы лучше, если бы я записывал подольше, но и на том, когда получается записывать, уже хорошо. Ну все, ребятушки, я думаю, на сегодня все. Здесь игра автоматически сохраняется каждый раз. Это замечательно. Ну, все. Тогда, ребятушки.
До следующих видео, я думаю, они должны появиться, наверное, в самое ближайшее время. Скорее всего, завтра я буду снимать. И уже все будет как раз-таки замечательно. Ну, тогда всем всего доброго. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. Пишите комментарии, если вам что-то интересно, или вы хотите предложить, чтобы я прошел игру на Xbox One в качестве прохождения. Или, может быть, вы хотите, чтобы я сделал на что-либо обзор. Тоже пишите. Вот. Я, естественно, все это буду смотреть и читать. Все, всем пока.